зовут Ждамир Федор Анатольевич, я являюсь техническим директором компании «Луис Плюс». На этой выставке наша компания представляет новую линейку IP-камер под брендом LDV. Это наш собственный бренд. Включает в себя наиболее популярные модели, внутренние установки, купольная камера, уличные установки, купольная камера и камеры стандартного дизайна, а также цилиндрические камеры с инфракрасной подсветкой. Разрешение этих камер составляет 2 мегапикселя, 3 мегапикселя и D1. Камеры зарекомендовали себя как достаточно надежные, формируют очень хорошие качества изображения и могут работать как непосредственно с сетевыми видеорегистраторами, также выпускающимися под нашим брендом, так и эти же камеры совместимы с замечательным программным обеспечением нашего хорошего партнера, это компания DSSL, которая выпускает программное обеспечение Trassys. Таким образом, камеры являются достаточно универсальны, могут выступать и применяться как в составе относительно небольших систем, используя аппаратные решения под маркой LTV, так и в составе достаточно крупных и уже хорошо зарекомендовавшихся на российском рынке систем, скажем, с программным обеспечением Trassys. Спасибо.